После выступления команды «Такая история» в высшей лиге интерес к игре в КВН стремительно набирает обороты. Субботним вечером сотни студентов собрались в актовом зале ОГУ. Там прошел фестиваль открытой лиги КВН. Родион, почему я, как младший брат, должен решать твои проблемы? Может, потому что я твои вещи донашиваю? Да ты еще не дорос, чтобы донашивать. Кирилл, если ты тоже будешь меня обижать, я папу позову. Давай, зови. Пап! Рассмешить орловчан вышли студенческие команды из Орла, а также гости из Белгорода. Их коллектив называется «Любимая команда губернатора». Бог создает орел. Так значит, здесь школа, здесь больница, здесь аптека. А здесь пятерочки.